Привет, друзья! С вами Олег, вы на моем канале. Давненько я уже не рассказывал про свою машину, Альфа 164. Ничего не выходило по этому автомобилю на моем канале, так как с машиной были некоторые проблемы. Ну, конечно же, это Альфа Ромео, и я сразу же был готов к этому, что, возможно, будут всплывать какие-то вопросы. Ну и вот где-то в конце мая нечто подобное всплыло в моей жизни, в жизни этого автомобиля. Ни с того ни с сего Альфа Ромео перестала держать холостые обороты. То есть она заводилась, обороты взлетали, но они тут же гасли. Если чуть-чуть поподдерживать педалькой газа, то с каким-то черным дымом, с хлопками, с троением двигателя они еще держались. Но вскоре, как только отпускаешь газ, все, она глохла. Оборотов не держит собака. Проблема оказалась вроде бы не настолько глубокой, чтобы сильно переживать. Но тем не менее автомобиль простоял у меня около 4 месяцев, и я ничего не мог с ним сделать. Ну, то у меня времени вначале не было, то я начал искать причины, а их могло оказаться несколько. Сразу же подумал, так, что же у нас может не давать нормально работать двигателю. Ну, для начала я подумал в первую очередь про бензонасос, потому что мне казалось, что он перестал гудеть при выключении зажигания. Обычно стоит гул, он подкачивает нужное давление в рампе и в топливной системе. Нашел я реле, проверил, оно оказалось живым. То есть оно срабатывает, щелкает. После я услышал, что и звук бензонасоса тоже нормальный, то есть подкачка идет. Даже снимал шланг с топливной рампы, где идут форсуночки, тоже било фонтан большой. Потом проверил искру, тоже везде искра. Нормально. То есть каких-то повреждений самих проводов ничего нет. Дальше уже пошел по набору твинспарщика, так сказать. Что бывает, когда начинают плавать обороты. То есть это может быть расходомер воздуха, потом датчик, регулятор холостого хода есть тут такой. Затем датчик положения распредвала, там датчик заслонки и лямбда-зонд. В принципе, вот основные вопросы, которые нужно было проверить, но это я уже сейчас знаю. Вначале это, конечно, была паника и суета, потому что накануне, когда все это произошло, обороты в машине начинали произвольно плавать. Ты, допустим, едешь, становишься на светофоре, становишься на нейтралку и поплыли наши обороты. Еще был вот этот клапан холостого хода, он находится прямо сверху, и он тоже как-то мне не внушал доверия, выглядел не очень. При включенном зажигании издавал какой-то звук, такой стрекотание. Ну, раз у меня холостой не держит, то логичнее всего этот регулятор холостого хода. Я его поменял, и в итоге ничего не изменилось. Обороты также взлетали и также тухли. Ну, затем я все-таки подумал, что надо найти электрика, который бы мог мне точно указать причину. А машина при этом же не двигается, я ее загнал во двор, в старый дом, и он там стоял, никого не трогало. В итоге мне удалось найти электрика, который может приехать на место со своим оборудованием и определить. Электрик мне показался толковый, у него был хороший ноутбук, хорошие программы, и тут же он видел, что куда надо подключать. Но в итоге мы не нашли разъем. Это Альфа 95 года выпуска, и мы не нашли, где этот разъем. Все схемы показывают, что они под капотом. Если кто знает, где есть диагностический разъем этого автомобиля, напишите в комментариях. Просто на будущее, конечно, надо это знать. Ну, в итоге мы обрыли все, везде, где предохранители, везде, где по центру, в районе под панелью, потом под пассажирским, под бардачком, ничего подобного на разъем мы не нашли. И под капотом его также не было. Ну, возможно, это именно в моей машине, потому что никто не знает, что с ней делали раньше. Тогда электрик стал проверять просто разные датчики и в итоге вычислил, что что-то с расходомером воздуха. Какой-то импульс он принимает, но обратно ничего не возвращает. Именно в этой модели, 164-й, итальянцы
отказались от Магнети Морелли и решили довериться немцам и отдали вот эти все основные электрические узлы, датчики фирме Bosch, что, конечно же, наверное, должно было сработать и быть более надежным. Плюс это говорит о том, что там, где Bosch, значит, есть унифицированные какие-то вот запчасти, которые могли ставиться на многие другие модели. Так и произошло и с Альфой. То есть, допустим, вот этот клапан-регулятор холостого хода, он стоял и на японцах, и на корейцах, и на Опеле. Так что было легко найти просто по номеру, который был нанесен на самом этом датчике. Ну, также я нашел и расходомер воздуха тоже. Они ставились и на Opel и Frontier, по-моему, еще на какие-то. Ну, в общем, это легко также забить вот эту цифру, которая нанесена на расходомере, и также найти. Но в итоге все равно у меня расходомер оказался тот, который стоял на заведомо рабочем автомобиле, на Альфе 164. Прошло так 3 с лишним месяца, почти 4, и как раз-таки все срослось, и пришел ко мне этот расходомер воздуха. И вот я как раз вот на днях взял его вчера и решил заменить. Так, ну. Сейчас, сегодня ко мне приехал расходомер, как будто бы рабочий, выушный, но продавец уверяет, что он рабочий, снят с рабочего автомобиля. Поэтому сейчас вся моя надежда на то, что я поменяю расходомер, и моя Альфа заработает как прежде, а может быть и лучше. И я попробую сейчас его установить, снять старый и завести нашу Альфу. Так что не переключайтесь, будет интересно. Поехали. Ну, вся у меня уже в листьях. К нам уже и осень пришла незаметно. Открываем капотик. Так, ну что, расходомер подключен. Здесь, видите, оно. Я все время периодически сюда лажу и пытаюсь искать причину. Поэтому здесь вот все в полуразобранном виде. Я тут и свечи уже проверял все. И даже две поменял. И, ну, искра нормальная, но сами свечи мне показали, что работают плохо. Вот это новый помененный регулятор холостого хода. Ну и вот наш расходомер. Сейчас попробую его снять и поменять на другой такой же. Посмотрим, что у меня получится. Ну вот я открыл бокс воздушного фильтра. Все внутри чистенько. Это что ж тебе надо, собака ты такая? Ну вот, расходомер воздуха. Определите, какой из них мой, какой из них новый, так сказать. Ну, вот это мой, это новый. Этот мой, конечно, выглядит гораздо лучше. И по чистоте, и по всему остальному. Здесь, как видите, это я еще пытался немножко протереть. Буду пробовать. Ну, определял я вот по вот этим цифрам. Это и есть, в общем, серийный номер детали. Так, штекера все совпадают. Все. Так, поставил его на здесь. Пока без бокса воздушного фильтра. Думаю, это не должно повлиять. Знаете, что-то вроде как меняет. Сейчас не тухнет, но почему-то один цилиндр работает. Может, у меня все свечи позалиты. Так, друзья, мои приключения продолжаются. Я попытался завести, и как будто бы что-то показалось мне, что более равномерно он стал работать, но единственное, работает один цилиндр. В прошлый раз, когда я искал проблему, я очень много заводил и даже менял свечи. Две свечи, вот как раз, которые я поменял, те сейчас и работали. Остальные, возможно, из-за неправильной подачи смеси могли быть залиты еще в тот раз. У нас тут дождь, я съездил на своем V-Max'ике в гаражик за свечным ключом и за горелкой. Поеду, выкручу свечи, их погрею, кручу назад и буду опять заводить. В общем, приключения продолжаются, не все так просто. Не переключайтесь, поехали. Я вот съездил за ключами,
за газовой горелкой. Сейчас выкручу свечи. Напомню, что здесь по две свечи на цилиндр. Это Twin Spark. И здесь они одного размера. Первые две свечи, они как раз таки новые и сухие, потому что вот я сейчас заводил и работал именно один цилиндр, вот этот первый. Вот видите, она сухая, только закопченная. Напомню, что вот эти три цилиндра были холодные коллектора, один тепленький. То есть он сейчас заводился на одном цилиндре. Так, смотрим. Ну, видите, свеча сырая, вся залита. Буду сейчас сушить. Так что мы видим, все шесть свечей с нерабочих цилиндров все мокрые. Эти я уже немножко протер. Сейчас я их протру, просушу, прогрею горелкой, поставлю и буду заводить. Очень волнительно, хоть бы что-то заработало. Так, насос работает. Ага. Взлетело, но также погасло. Оборотов не держит, собака. Так, друзья, смотрите, выехал. Правда, не без приключений. Заднее колесо заклинило. Видите? Пока не постучал по нему. Так, ну работает сейчас, но все равно как-то неровно. Он булькает. Пых-пых-пых-пых. Какие-то как будто пропуски. Хочу сейчас просто проехаться на скорости. Дать ему, как говорится, жару. Вот форсунка горит. Что-то или с форсункой, или еще с чем-то. Так. Поехали, что ли? Ну, едет, главное, что... Слушай, это хорошо едет. Не, ну если форсунка сейчас останется, это же ерунда, я промою эти форсунки. Слушайте, едет, елы-палы. Так, надо... Так, дворники, вы где? Едет и очень легко так. Включаем авто, обдув. Слушайте, и обороты вроде стоят. Это был все-таки расходомер воздуха. Ну, булькает сейчас, что-то не то. Может быть, свеча какая. Или еще что. Так, давайте выставим на окно. Так, дворники, ну, что вам надо? И дворники закисли тоже, что ли? Пойду посмотрю. Да, дворники тоже мои что-то приуныли. Ну, слушай, не верится. Но она простояла месяца 4, наверное. Где-то с мая. О, дворники заработали. Все, поехали. Поехали, попробуем дальше. Так, что мне включить? Экон давай включим. Так, аир. О, по максимуму. Хочу дать жару и... Ну, едет, слушай, тянет. Тянет прекрасно. Так, все, тормоза там позакисали, колеса. Слава богу, не на ручнике стояло. Так, еще и ручник пришлось бы реанимировать. Так, дорога тут не очень. Ну, едет, ребята. Я не верю своим глазам. Да, обороты немножко все равно не сильно послушны. Ой, дождь, какой дождь. Так, что я могу? Так, давай. Так,
Так, зеркальце мое еще тоже приуныло. Ну, что значит, когда Альфа долго стоит. Не, ну, обороты вроде произвольно не поднимаются, как раньше. Сцепление выжимало, и они подскакивали. Так, давай вторую. Ой, передачка включается. Слушай, Альфочка, живи. Живи, моя хорошая. Я не верю. Смотрите, этот деревянный руль. Живи, моя хорошая. Сейчас может настроиться все. Проехаться и все настроиться. Так. Ну вот. Отпутевайтесь. Я уже, наверное, сильно... Так. Забыл уже, как режимы тут включаются. Вот погодка. Вот это сентябрь. И весь такой. То холод, то дождь. Пару дней нормальных проскочило, дальше опять. Так. Едет как будто вот. О, смотрите, сдавливает. Как ни в чем не бывало. Как старые былые времена. Неужели я на ней сегодня уеду? Не верю, тогда можно мотоцикл в гараж поставить. На ней попробовать поехать. Ну, колодки вон горят. Ну, я их понимаю. Так приржаветь. Колодки к дискам тормозным. Ой, кайф. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели раскатомер заработал? Это все было в нем дело, так. Ой, Максик мой тут мокнет одиноко под дождем. Ну, ну, салончик пусть оживил, ожил. Пойду еще сниму со стороны. Работает почти. Не есть ни уж какая-то буль-буль-буль. Но вполне возможно, что это свечи. Да? Ой, лампы загорелись. Ура! Оттаивай, оттаивай. Что еще мне включить такое? Температура. Экон. Аэр. Ну, давай. Буду кружлять. Чем стоять лучше. Покружляю хоть на большой скорости. Может, расходомер должен адаптироваться как. Вначале, видите, он ровней начал, но... Но вначале было тоже как-то не то. Пахало что-то, бухало. Вообще еду, кайфую. Альфа возвращается. Так, а что у нас тут с магазином? О, магнитофончик даже. Ну, это все рабочее. Габаритам привыкнуть. Ну, ни, нехватки тяги нету. Я вот на второй тянусь. Сцеплением играю и еду. Так. Так. Попробую сейчас тут разогнаться. Вроде более-менее прямая дорога будет. Попробую газануть. Отходите, ребята, отходите. Ну, тянет. Тянет, тянет, тянет. Ничего не скажу. Так.
Дороги нет, видите. Расходомер. Расходомер, ведь собака, он внешне был все нормально. Даже в лучшем состоянии, все чистенькое. А потом, что у него? Я когда вскрывал крышечку, смотрел эти дорожки. Тоже все идеальные. Сам механизм, вот этот, который угол выставляет этой заслонки, тоже все рабочее было. Но, видите, не хотел он работать. А этот такой зачуханный, замызганный, работает гораздо лучше. Ой, ну вдавливает. У меня тут у ребенка сдача вождения в автошколе будет. И вот как раз Альфочка, он на ней начинал учиться, и вот и уже экзамен буквально через неделю. Так что будем с ним тренироваться. Есть некое такое вздрагивание. Вполне возможно, что это свечи. Открою капот. Посмотрим, что у нас там. Ну, форсунка, видите, загорается периодически. То есть форсунки в идеале, конечно, тоже промыть бы не мешало. У нас тут все живы, все на месте, ничего не забыл прикрутить. Так, антифриз развер. Более-менее выровнять. Немножко подрагивает что-то, да. Возможно, форсуночки не мешало бы ревизию сделать, промыть их, нафиг их вещи поменять, оставшиеся. Вот так ровненько начал работать. Следующий день Альфа ожила, продолжает нас радовать. Вот это малышка. А это тот малыш, который сдает экзамен скоро в автошколе. Ну вот такая перипетия случилась с моим автомобилем. Вы знаете, какое-то время я сильно не переживал, думаю, ну какая-то мелочь, сделаю и все будет в порядке. Затем, чем дольше шло время, тем больше мне ее, я начинал по ней скучать, и мне скорее хотелось ее воскресить, возродить и начать ездить. И вот именно когда наступил сентябрь, когда начали желтеть, этот момент уже был просто неотвратим, она мне чуть ли не снилась. Я начал опять пересматривать видео, статьи, всякие фотографии, предыдущие даже свои видео. И все, я как бы, наверное, мыслеформами сделал так, чтобы все у меня срослось.
и пришла нужная деталь, и я ее заменил, и все начало работать. Прошел почти год, как автомобиль у меня, и у меня осеннее обострение, мне нужна опять Альфа. Ну, сейчас опять по-новому воспринимается автомобиль, мы ездим и наслаждаемся аурой, маркой, породой. И все это очень классно действует, это просто как новое какое-то приток в жизнь появился, это вот это Альфа. Конечно, тут уже и кузов потихонечку вылазят, все больше и больше косяки, которые надо устранять. Ну, для начала я, наверное, техническую часть устраню, а кузовом уже надо будет отдельно заняться. Есть идея даже и по цвету что-то преобразить, есть идея с дисками что-то сделать. Возможно, кому-то моя история будет полезна, потому что я не нашел вот конкретно такой же случай один к одному, и были сомнения, что же мне нужно менять. Если у вас плавают обороты, если она плохо заводится и не держит обороты, все это, ну, процентов на 90, скорее всего, расходомер воздуха. Надеюсь, перерывы между сериями у меня станут поменьше теперь, и буду почаще радовать вас рассказом про свой автомобиль. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, реагируйте. Продолжение следует. Пока.